Мэр Анатолий Локоть сегодня объявил о назначении нового главы Кировского района. Им стал Андрей Выходцев. Ранее он работал первым заместителем, а после ухода прежнего главы района был исполняющим обязанности руководителя. Внес большую нагрузку по решению, по поиску решений каких-то, по хозяйственным вопросам. Для него район родной, его хорошо знают. Время нет учиться, делать какие-то вот пересадки. Надо работать дальше. И здесь вот прямо со старта и вперед. Поэтому я думаю, что решение оно напрашивалось, логичное очень. В прошлом году в Кировском районе на отлично выполнили все работы по ключевым федеральным и муниципальным программам. Безопасные качественные дороги и благоустройство дворов. Самая большая стройка Новосибирска ближайших лет также расположена в Кировском районе. Именно здесь, в прибрежной зоне Оби, возведут новую ледовую арену к молодежному чемпионату мира по хоккею. В минувшем году в районе заложили фундамент для нескольких важных проектов. Начнутся строительство станции метро «Спортивная». То есть планов много. В планах в 2019 году 1 сентября сдать очень большую школу на 1100 мест на жилмассиве «Матрешкин двор». Но надеюсь, что и два детских сада на Южно-Чемском жилмассиве будут введены в эксплуатацию к началу нового учебного года. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!